Простой инспектор ДПС Петя Васютин, живущий с мамой, его невеста, королева бензоколонки Оля, и заезжая московская певица Алина Шопот в этой картине составили типичный любовный треугольник. Для солистки группы «Серебро» Ольги Серябкиной «Самый лучший день» стал дебютом в большом кино. В основу сценария Жоры Крыжовникова легла пьеса Островского «Старый друг и лучше новых двух». Однако создатели ленты решили отойти от классики и придумали новый жанр – караоке-комедия. Это комедийная история, в которой герои в горе, в радости, в печали, в трудную минуту, когда им весело и хорошо, неважно, они себе помогают песней. Хочу сказать, ребят, давайте... Рано или поздно вы запоете в этом фильме. Игровые эпизоды здесь сочетаются с музыкальными номерами. Зрители подпевали героям прямо во время просмотра. Очень клевый фильм. Мне больше всего понравились песни, потому что я очень люблю петь. Подпевали песни, смеялись до слез просто. Просто супер. Первый раз такой жанр, как говорится. Интересно. Песни знакомые были все, но зал поддерживал. На широкий экран российская комедия «Самый лучший день» выходит 24 декабря этого года. Фильм обещает стать главным новогодним релизом кинокомпании «Базилевс» и продолжит традицию «Елок» и сиквел «Иронии судьбы» или «С легким паром». Эльмира Шаехова, Ильшат Казакулов, Алексей Выдрин. Вести, Башкортостан.